Так, смотрим, что тут у нас. Денис поливал. Надо с сапочкой немного пройтись тут, где немножко травка, сорняк. И попасынковать. Валя, ведерко есть там? Пасынки. Такие пасынки это растет сбоку. Надо пасынковать. Денис не пасынковал. Вот. Вот это пасынок. Аккуратненько. Ну ладно. В общем, понятно. Полностью не пасынкованные помидоры. Много пасынков надо делать. Вот это пасынок, а вверх мы заплетаем. Некому было заплетать пока. Снимаешь? Так, тут мы позаплетали. Идем дальше. Так. Придется мне на корточку. Вот тут полена. Целый куст. Потом сапкой пойти. Вот это пасынок. Денис зачем-то поставлял. Так. Листочек убираем нижний. Пасынок вот огромный вырос. Не надо допускать до такого тоже, потому что сок идет на сторону. Надо, чтобы он сок попадал на основное. На основной столбик и заплетаем. Вот так. Сорняк, вот. Ну зачем он такой вырос? О, целое дерево вырос. За это время, если бы посынковали, оно уже бы куст сформировался. Тут помидорчик принялся, надо будет его подвязать. Запасной. Так. Вот так нам надо кругом. Всю теплицу. То, что пасынки. Как-то обвязано, непонятно. Что-то поливалось, земля сухая. Все, пошли дальше. Нижние листочки тоже убираем. Ну, сколько пасынков. Да. Без меня тут никто не работал. Еще недельку бы, но
превратилась в дычку. Ну, в общем, понятно. Вот эти пасынки убираем. Вот пасынки. Есть люди с этих пасынок делают рассаду. Но мы этого делать не будем. У нас достаточно рассады. Тут вот эту пасынок растет. Зачем он его ставил? И заплетаем. И так постоянно. Это на корточках надо весь парничок обойти. Тут даже не отлетал никто, он висит. Лень. Так. Управим. Да. Надо было секачи взять, но пошел уже таким образом, ножничком. Вот тут мы видим ошибку. Растет сбоку пасынок. Куча бурьяна. Тут уже посыпали. Надо вырывать ведро. Тут то же самое. Вот этот пасынок сбоку вырос. Основной столбур цветет, на сторону пошел. Мы берем тут аккуратно, обрезаем пасынок. Вот тут он не один. И вот это вот. Аж три их выросло. И сверху маленькие тут. А нету. Вот маленький. Руки у нас черные, как шахтеру. Это же помидоры. Так, убираем. Также поступаем и тут. Обрезаем пасынок. Вот этот. Понятно. Так, закончил работу. Попасынковал, подвязал. Очень много тут пришлось почистить. Еще кое-что там, где подвязать. Ну, на этом все. Можно будет еще раз акробатом обработать. Вот эти огурчики еще рано. А вот эти пришлось уже боковые попасынковать. Вот и все. Сейчас полить и все. Вот такие у меня руки после работы. Сейчас помою. Это так помидоры. Руки пачкают. Полили. Теперь можно и заканчивать. Сейчас наберем воды, чтобы вода нагрелась в ванной. Будем теплой водичкой поливать. Огурчики, помидорчики. Помидоры уже завязываются местами. Вот такую работу мы колоссальную провели. На сегодня все. Черешню посмотрим. Картошку.
какая у нас морковка, надо полить. Вишенка. Это вкусная вишня. Свеклу, бурячок. Ну, эту черешню Денис оборвал. Она приболела. А это вторая черешенька. Черешня тоже. Но она еще не спелая тут. Почти спелая. Там ее хватает. В прошлом году больше было. А нет, хватает тоже. А это типа лутовки, очень вкусно. Местами аж черная. Надо срывать будет. И картошечка. Это еще зеленая. Это называется молодежная вишня. Молодежная. Ну так картошечка хорошо. Чистая, жуков не вижу, не вижу. Яблочки завязались. Это тоже молодежно, молодежно, вишня. Поздняя. Это декоративная. Она подмораживается. Тут северная сторона. Капусточка. И кабачки там. Яблонька пропадает. Надо будет осенью пересадить в другое место.